И еще один король Грушинского фестиваля – Леонид Сергеев. Доброй ночи, гора! А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тот путь? Эх, под тяжкий вздох хлопну стакан. Сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. А у нас днем с огнем, а в потемках без свечки. Согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Эх, под тяжкий вздох хлопну стакан. Сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся. Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают басы, кудри по ветру вьются. И осталось в войне победить, как всегда. Под тяжкий вздох хлопну стакан. Сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. Свадьба номер 4. Напрягите слегка ваше богатое воображение и представьте, что в фешенебельнейшем помещении идет свадьба нового русского Кольки. Он стал наконец нормальным человеком. Пальцовка хаотическая. Свадьба идет 9 час. Из-за стола выйти никто не может, поскольку на дверях стоят секьюрити и запихивают всех назад стволами автоматов. И среди гостей мы обнаруживаем лицо, на которое без слез взглянуть невозможно. Это свекор. Рядом сидит свекровь. Выглядит он примерно так. Мать, а мать! Ну чё ты? Нету мочи. Да ты чё, я что ли не хочу? Мать, а мать! Гляди, вон наш сыночек. Мать, а мать, ей-богу закричу!
Да ты чё, сейчас выйти некрасиво. Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать. И вот дальше следует фраза, в которой заключена вся вселенская женская сущность. Я предупреждала, меньше пива. Мать, а мать, всё, больше не сдержать. А-а-а, горько! Тамада. Вот это речь не мальчика, а свёкра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех на мокром. Ну что ж, давайте тост за молодых. Гости. А горько-горько, а всем нам горько. Целуй профиль и анфас. Опять гуляем тальку с Колькой. А будто словно в первый раз. Тамада, друзья, сегодня славим Николая. Но кем был Колька раньше, пьяный в дым? Мочил всех без разбору матом лая, а нынче стал хорошим и крутым. И с бабками у Коли сейчас порядок, поскольку в зоне вечной мерзлоты наладил выпуск меховых прокладок для жительниц Сургута и Ухты. Гости. Коля, 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 да как же додумался до такого, Коля, о-ля-ля. Тамада, минуточку внимания, господа. Нас всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов. Звезда. За милых дам, за милых дам. Жених, я сейчас кому-то в рожу дам. Ты чё, Витёк, ведь мы ж сидим в полосотеле. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палас. Но мы ж культурные братки на самом деле. Тамада. Друзья, сегодня праздник и Татьяны. И радость просто брызжет из меня. Что было раньше в жизни у путаны? Ночные страхи полные огня. Статьи разоблачительные в прессе. Дешевых виски гадкий аромат. Но, как сказал звезда своей песней, ночная бабочка, ну кто тут виноват? Ночная бабочка, ну кто тут виноват? Гости. Таня, 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 ах, знали б мы раньше, Таня, а-ня-ня. Тамада, вы будете смеяться, господа, но нас опять приветствует звезда за 1000 баксов. Звезда. Подружки моей, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня. Тамада. Наверное, надо штепсель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить подарки, поднесенные по дружбе. И, кстати, продолжают подносить. Новый синий 600-й, корпус, правда, от Тойоты. 2 киоска с пирожками, АКМ с 3 рожками. Щетки крепятся на фарах, банька прямо на Канарах. Сами, собственно, Канары, ватник, чтоб стелить на нары. 2 мандата депутата, это нижняя палата. Цепка шейная в полпуда, новых бабок просто груда. 3 мормышки и опарыш, это свекор Сидор Палыч. Встает человек, вынимает автомат, стреляет в потолок. Все залезают под стол, человек. От группы киллеров, Калюня, будь здоров. Живи пока и нос не вешай на бок. А если выйдет стук, Калюня, ты наш друг. И шлепнем мы тебя без всяких бабок. Свидетельница невесте. Ну ты, Танюх, счастливая такая. Я так тебе, Танюх, завидую. Невеста. Да ты сдурела, мам дорогая. 4-й раз Сергеева убью. Ороговевшие гости. А горько-горько, а всем нам горько. А как же горько-то всем нам. Ну а и вам всем тоже горько. А как же горько всем вам нам. Камера панорамирует, слышно обрывки разговоров. Господа, не ложьте морды в блюдо. Если чё, я нефтью помогу, Вот и зит, козёл, вали отсюда. Мать, мать, я больше не могу.